Под занавес лета в Москве состоялся международный конкурс молодых дизайнеров «Экзерсис». Первое место в номинации «Молодежная одежда» заняла коллекция ивановских модельеров Ксении Новиковой и Дарьи Растуниной «Под пеленой дождя». Это большой совместный проект с ребятами из клуба молодых инвалидов «Грани». Последние рисовали, а дизайнеры перенесли их творчество на одежду. Теперь у коллекции есть все шансы уйти в народ и появиться в гардеробных россиян. Жюри отметило нас и подарило сертификат на прохождение практики у Людмилы Мезенцевой. Она обладает торговой маркой «Вертино». У нее сеть магазинов одежды, и она увидела в нашей коллекции коммерческий потенциал. Вот, она приглашает в Москву немножечко еще адаптировать коллекцию для покупателей и уже, может быть, продавать.